Экс-руководитель Усть-Камчатского морского торгового порта отделался 2,5 годами условно за злоупотребление на 500 000 рублей, сообщают в транспортной прокуратуре. Как рассказали в ведомстве, преступление руководитель совершил в 2015 году, всего через месяц после назначения на должность исполняющего обязанности директора транспортного предприятия. В суде установлено, что он издал приказы о начислении себе разных доплат. Общая сумма незаконно полученных денег превысила 500 тысяч рублей. Эти средства экс-руководитель порта должен вернуть предприятию. Подпишись на каналы Mass Media News в Facebook, YouTube и Instagram. Смотри новости первым.